Я приехал в полуразрушенный город. Я был в шоке. Но меня приятно удивило, что напротив полуразрушенного автовокзала был восстановлен и работающая церковь. И напротив автовокзала еще было построено два комфортабельных многоквартирных трехэтажных домов, которые построил Ямал. Ранее эта больница называлась Железнодорожная городская больница. Она была во время СВО полностью разрушена. И с помощью Ямала были полностью восстановлены все корпуса. Эти корпуса современные, они оснащены полностью последними инновациями техники, медицинским оборудованием. И там работа была очень комфортно. В мою рабочую обязанность входило прием как врач-кардиолог, потому что в радиусе 70 километров ни одного кардиолога в Волновахском районе не было. Поэтому спрос на кардиологический прием был колоссальный. Я выдвинул инициативу начать в дневном стационаре лечить кардиологических больных. Также я проявил инициативу ввести в рамках профилактической медицины школы артериальной гипертензии, школы для пациентов с ХСН, которые до меня на Донбассе никто не ввел. Основной состав бывшей железнодорожной больницы там было ранее, когда ранее было 40 человек, осталось из них всего лишь 8 человек. Поэтому они нуждались в нашей помощи, врачебной помощи. Я специально после работы сделал пешую прогулку по центру города Волноваха. И в глубине стало мне тепло-тепло, потому что я своими собственными глазами видел в июле полуразрушенный город, и каких-то 4-5 месяцев город преобразился.